В Москве знаками отличия наградили активистов волонтерских отрядов. Это событие приурочили к Международному дню пропавших без вести. Каждый год исчезают тысячи людей, и многих удается спасти только благодаря помощи добровольцев. Те, кто бескорыстно помогает спасателям, получили ведомственные награды и благодарности в Министерстве внутренних дел. На их счету не одна спасенная жизнь. Наталья в группу попала случайно. В интернете увидела сообщение о пропаже ребенка, связалась с координатором отряда и сразу же отправилась на поиски. Когда мы находим, допустим, живого человека в лесу, дедушку, бабушку, неважно, там не передать такие ощущения, собственно, даже тех волонтеров, которые нашли. Родственники очень сильно благодарны. Кто-то сам вступает в отряд после этого, тоже помогает другим людям, не оставляет в беде. Сегодня стало известно, что МВД предлагает учить добровольцев-поисковиков основам оперативного розыска. Об этом в наших следующих выпусках.